Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк и пиши свой ник под это видео. Более подробную информацию можно посмотреть в описании. Я рекомендую вам подписаться на игровой канал Ефика. На этом канале, ребята, выходят видосы по танкам онлайн, также по танкам X. В общем-то, ребятушки, если вы, в принципе, заинтересовались данным каналом, так как канал очень интересный и однозначно заслуживает вашего внимания, то, конечно же, переходите на него при помощи аннотации, либо кликайте на ссылку в описании. Ну а я вам желаю приятного просмотра моего видоса. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, мать моя марихуана, у меня так залагало прям по жесткому, по страшному, что у меня до сих пор уж лагает все. Офигеть, у меня все телепортируется. Так, ну ладно, ребята, это у нас, кстати, найди Минка, и сегодня я буду записывать не один, к нам нет смысла сюда прыгать. Чувак, ну давай прыгай. Я тебя поздравляю, здесь у нас нету ничего, ни одной миночки. Все круто, все, в общем-то, найсово. И давай, чувак, иди. Вот, ребят, сегодня мы записываем на Диминку, и записывать ему сегодня буду я ее, как обычно, не один, а с таким человеком, которого ник, не знаю, как сказал, короче, как ДСПшник, Леопардер, короче, поздоровайся. Всем здорово. Вот, и сегодня у нас, о, первую минку нашли, еще осталось 4 мины. Вот, сегодня, так сказать, ребята, у нас будет такая тема, то что когда ребята разминируют все абсолютно мины, которые мы тут запрятали, Леопардер, получается, скидывает 2 голдейца. Ну, вот. По очереди. А? Сразу 2 или по очереди? По очереди, по очереди. Сперва один, потом другой. Что там, 4 мины осталось. Вот, 4 мины осталось, и, ребята, будет 2 голда. Ну, что за ДЦП меня бьет? Зачем вы сюда вот пытаетесь ехать-то? Напиши, сейчас я напишу, где мы, мин нету. А, вот, где мы, мин, ребята, нету. Сюда даже нет смысла, так сказать, ехать, потому что, ну, потому что их здесь нету просто. Вот, соответственно, призуля у нас будет, ребят, такая. Разминируйте все абсолютно мины, и, соответственно, Леопарды скидывает 2 голда. Как я обещал в предыдущих видеороликах, то, что я как попытаюсь увеличить, да, приз. Вот, в принципе, я его и увеличил. Вот, ну, конечно, помог мне в этом всем деле это Леопардер. Вот, без него бы, так сказать, был бы у нас, как обычно, скорее всего, один голдик, потому что, ну, я на голды не очень щедрый чувак, потому что денег-то особо-то и нету. Так, ладно. Ничего, чел, давай иди. Нифига себе! Чувак с ником... чё? Зевсовасила. Он охереть как полетел. Вадим, а где мину нашли-то? Где мину нашли? О, еще одну, кстати, мину нашли. Еще одну! Две мины осталось. Две мины осталось. Сейчас я посмотрю, скорее всего. Да, одну нашли вот здесь забаганную. Одну нашли. А, вон там вот, прикинь, нашли вон там вот мину. А вот. В киллзоне не нашли, да? Да. Смотри, нет, в киллзоне нашли, остался вот здесь, который рядом с нами, и вон там вот сзади, на вот этом домике. Офигеть. Две мины до голда. Давайте напишем две минки до голда. Чё? Разминировал. А, разминировали? Давайте напишем одна мина до голда осталась. Вот, не знаю, что-то ребята у нас вообще прям очень-очень жесткие. Да, не смотри, минку уже нашли. И, ребята, мы сперва будем получать Леопарда, своего будет скидывать один голд. А потом, после того, как его возьмут, соответственно, второй, чтобы, так сказать, у всех были шансы попадаться. Потому что, ну, когда, если честно говоря, много голдов скидывают, это как-то очень прям жестко. Все едут там куда-то, что-то вообще непонятное такое происходит. И это прям очень-очень жестко. Так, я не понимаю, кстати, спасибо. Все, что ты скидываешь. М? Твои мины были. Да, я знаю.
Еще... копируй ник этого педика и блокируй, короче, его в паблике. Голды скидывать? Нет, подожди, не скидываем. Пусть они хотя бы запаркурят на этот домик, потому что меня долбоёб один убил с ником, как у него, пиратик С. Давайте напишем, что пиратик С, короче, зачем слил даун. Вот, что он слил меня, зачем, это, конечно, непонятно. Ну и передаем привет ему мамке и говорим, что она вырастила прям шикарного гомосека в своей семье. В принципе, ладно. Вот, давайте сейчас напишем, ребята, сейчас я вам скажу, куда нужно запаркурить. Всего лишь нам нужно ребятам запаркурить на этот домик, и, соответственно, будет считаться то, что они как бы минку разминировали. Вот, это типа будет такой паркур, я не знаю, что, ну, потому что, ребят, решать надо. Все-таки голдики у нас есть. Давайте напишем, запаркурьте на вот этот домик и скидываем голды. Вадим? Ну, запаркурили! Давай. Ну все. Голды. Че ты? На голде давай пиздить Патрика. Давай. Это прям изи. Все, давай скидывай голд. И где эта чмошница? Не вижу. Он на вас по этом. Молот. Вас по молоте. Да. На вас по молоте. Вон он. Я его вижу. Ребят, соответственно, смотрите, мы никого не будем бить, кроме вот этого вот гомосека. Он где фри стоит, на пригорочке. Я уже его потерял. А вот он сзади едет. На тебе. Вон он, Патрик. Патрикуля. Есть, все, слили. Да не бейте, ребята, ДЦПшники. Я не буду за голты бороться. Главное вот этого чмошника сбить. Убить, точнее. Вот, короче, ему прям не даем брать. Нихера тут мясо, смотри, прям жестко. Вот, смотри, Патрик едет. Приветики, чувак. Ой. Так, ладно, еще один голдес полетел. Где он будет? И сразу контролим прям этого ДЦПшника. Прям... Вот центр голд. Центр голд? Да. Хорошо. И сразу, короче, контролим вот этого чувака. Ну, этот чувак у нас по-любому нихера, ребята, не возьмет в этой битве, потому что мы его будем тупо сливать. Мы его тупо будем контролить. Нихера здесь кто обосрался так? Охренеть, это ж просто охренеть. Так, где эта чувиха гомосятина? Не вижу. Я пока его тоже не вижу. А, вот он, в центре он уже. Бороться за голд. Ну, а тебе. Не, ну он не возьмет. Это найсово. А, Black of Skill. Это найсово. Black of Skill взял, нихера себе. Чувак, кстати, я не знаю, сколько он... Он первый голд не он ли взял? Нет, первый голд взял... Кто взял, не помню. Не помню. Ну, я, короче, тоже не помню, ребят. Но, в любом случае, гомосек голд не взял, который меня слил на последней минке. Это, конечно, не удивительно. Я, кстати, не понимаю, как он меня сошотил, потому что, блин, это что-то как-то подозрительно было. Вот, возможно, я там не уследил за количеством хп, возможно, у меня нарк просил, и он меня слил. Но, ребята, в любом случае, выпуск у нас получился довольно-таки достойный. Из-за неадеквата мы не стали что-то это все дело, так сказать, сворачивать, потому что мы спокойно могли просто психануть, я, точнее, мог психануть на все это дело и просто забить хер. И не скидывать ни хера голды, а оставить их, например, вот, леопардер их сам мог забрать. Либо там еще в какой-нибудь другой рубрике их подмутить. Короче, ребята, вот такой вот на сегодня выпуск получился. Однозначно, если он вам понравился, конечно, ставьте лайкочки под этим видео. Подписывайтесь на канал, кто его еще не сделал. Кстати, у Леопардера, ребята, есть свой канал. Вот, ссылочку на его канал я, конечно, оставлю в описании. Так что, если хотите посмотреть там его видосики, то обязательно заходите, подписывайтесь. И, в общем-то, все будет найсовенько. Ну, а с вами был Вайдер и Леопардер. Всем пока-пока. Всем пока. Don't hate the game, hate the truth, man, we take all blame.